Здарова, дядь, давай без всяких шуток. Да нет, нет, базару, чики-брики, я бы мог сейчас пошутить что-нибудь типа: мама, сынок, я занята, на родительское собрание пойдет, бать вон бьет свертухи, ты знаешь. Мы с батей на родительском собрании за партой. Чё? Да ну мало, это уже перебор. Ну, блин, ну потому что... Ладно, ладно, вот реально последнее. Я, чисто из любопытства, решил понюхать кошачий корм. Кошак, который это увидел. Но если вы уже туда залезли, глубоко залезли, советую вам все-таки разбираться в этой сфере. Да? Влад, бумага, бумажечка. Да, дядь, базару ноль, Википедии, ты также известен как пожилой скунс, и да, ты популярен, но ты думаешь, что мы хуже. Думаешь, я... Википедии, блядь. А я Википедии! Не умею просить, как ты. Ну вот, например, смотри. Ставь лайк, если дышишь. Покажи мне, кто сказал мне весь честь. Ладно, согласен, я ужасен. Но не забывай про комментарии. Тут я профессионал. Вот, например, напиши в комментариях, что бы ты выбрал и почему. Либо ты выбираешь меня, твоего лучшего друга, либо ты выбираешь эти ресурсы. Ладно, ладно, Влад, я молчу. Знаешь, мне все равно, кто последний покинет необитаемый остров челлендж. Холодная горячая тюрьма челлендж. Но просто на минуту. Егорик разбил Ламборгини Владу А4. Влад А4 напал на хейтера. Влада А4 наказали братья хейтера. Челлендж. Спасибо. Интернета на сегодня хватит. Влад, бумажечка, вернись в рэп. Вместо тебя музыку выпускает твоя девушка, и вот тут поподробнее. У него есть девушка? До базару ноль она читает про ваши отношения, что вы, я не буду в них лезть, я просто хомячок, какое мне дело. Я всего лишь напишу главному майнкрафтеру страны. Здарова, скунс, мне нужно, чтобы ты перепил. А как зовут его девушку? А она есть на ютубе? А она реально существует? А как ее? А можно ПЖ, блять? А как никнейм? А кто она? Юля. Че, просто Юля, что ли? Окей, Юля. Она? Реально просто Юля и все? Ебать, два ляма подписчика. Алло. Ну как там с деньгами? Подожди, она реально песню выпустила. Угадай, куда я уйду. Я на флирт меняю уют. Тебе объявляю войну. Нихуя. Да хочу себя обмануть. Нихуя. То, что ты мне не нужен. Нихуя. То, что где-то есть лучше. Нихуя. То, что разные души. Нихуя. В том, что меня ты не слушал. Нихуя. В том, что нихуя разрушил сам все и внутри меня. Нихуя. И даже не пытайся менять. Нихуя. Но я поздно поняла, что нихуя это был гнев, это яд, моя броня. Нихуя. Злюсь на себя, это не нихуя я. Будто бы чья-то идея. Нихуя. Снова о чем-то жалея. Сердце мне кричало, нету идеала. Глупая сама ушла и думала, так надо с самого начала. Гордо я не знала, что после скандала надо оставаться рядом. Ну типа банальщина, банальщина. Такая банальная женская попса. То есть ничего прям такого эффекта вау не вызывает. Ты просто слушаешь, и как будто бы ты, блядь, едешь где-то в маршрутке и слушаешь радио, где в очередной раз играет какая-то попса стандартная, и ты как бы даже на нее внимания не обращаешь, и все. Ты прослушал, вышел из автобуса и забыл про нее, блядь, в эту же секунду. Вот. Ну, она вот даже клип снимает, ну-ка. А у нее в клипах Влад Бумага снимается? Нихуя. Да? В этом городе зима, я тебе не нужна. Перекрестки и мосты не дождутся больше нас. Это она? Забыла обо всем, так долго ждала. Ебать! Признать, да она? Я могу, что на этом перекрестке да? Мы встречались слишком рано. Хуя. Подожди, шо, блять, это... А чё за хуйня? Это чё? Это я не понял сейчас. Чё, блять, подожди, стоп! Перекрёстки, мы встречались слишком рано. Это, блядь, где Влад Бумага? Тебе звоню, ты меня
Короче, ладно. Не, ну она ничего такая. Как бы песня, конечно. Ой. Dragon, Dragon, Money, Money. Да, да. Вот, ну песня, конечно. Еще с каким-то мужиком в клипе снимается. Трек, где читается о любви к мальчику. Это шутка. Я что, похож на рэпера? С меня курорт в Таджикистане на неделю. Нет уж, братик. Я цену себе знаю. Месяц минимум. Кстати, этот мальчик Влад А4. Так бы сразу и сказал, держи. Берем наш оригинал и закидываем в FL Studio. Угадай, куда я уйду. Да бля! Берем нашего Майнкрафта. Ты нахуй серьезно, что ли? Угадай, куда я уйду. Я на флирт меняю игру. То, что ты мне не нужен. То, что где-то есть лучше. Базару ноль, я мог бы взять сейчас этот бас, который создан для кальян рэпа, но я хомяк. Давайте возьмем чуть-чуть другой бас. Чуть-чуть. Теперь просто вдумайтесь. Мы взяли трек девушки Влада А4. И я ну совсем чуть-чуть поменял там бит. И сверху него он читает о любви к Владу. Влад А4, вернись в рэп. Или я совсем сойду с ума. А кто пиздец? Он нахуй рот открыл. Подзалупная закладка. Блять, что за никнейм? То нахуй маленькая пися, то подзалупная закладка, блять. То тонкая пися, блядь, то еще какая-нибудь хуйня, то малайер, блядь, это вообще пиздец. Угадай, куда я уйду, я на флирт меняю игру, тебе объявляю войну, так себя хочу обмануть. То, что ты мне не нужен, то, что где-то есть лучше, то, что разные души, в том, что меня ты не слушал, в том, что разрушил сам все и внутри меня. Могло быть и лучше. Это сосед был. Это же как достать соседа, по-моему, блядь. Долбаю! Блять, он меня все спиздил. Вот этого, который чипсы ест, соседа. Долбоёб! Эти цапина мне, эта сука так манит, закаменел, будто каменный камень. И вообще не забывайте, что я вам должен 13 сабок. А как?